Армысыздар, құрметті көрермендер, эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Карагандинка обнаружила в Батоне таракана. Градоначальник ознакомился с планом подготовки ТЭЦ к отопительному сезону. В Темиртау трехмесячный младенец задохнулся под подушкой. В преддверии проведения Дня индустриализации в рамках государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития в городе Шахтинск стартовал инвестиционный проект с участием заместителя акима области Ануара Мухамеджанова. Сегодня угольная отрасль обеспечивает выработку около 80% электроэнергии страны. Именно поэтому работы, проводимые в Караганде, имеют огромное общегосударственное значение. Но индустриальная мощь страны может обеспечивать устойчивый рост экономики только при наличии достаточного количества электроэнергии. Поэтому расточительное и неэффективное использование энергетических ресурсов просто недопустимо. Для того, чтобы выполнить сверхзадачи и стать активной частью индустриального мира, на территории всего Казахстана запускаются сотни новых современных производств. Один из которых – установка по выработке электроэнергии с использованием метана от дегазации шахты. Не секрет, что внезапные выбросы метана влекут возникновение страшных аварий, сопровождаемых массовыми смертельными случаями по всему миру. Инновационная установка дает возможность извлекать смертоносный газ и благотворно влиять на безопасность труда горняков. Сегодня, в преддверии Дня индустриализации, который отмечается по всей стране, мы запускаем очередной проект на территории нашей области. Значение данного проекта для нас очень велико. Вы все прекрасно знаете, что данная установка и данный проект в целом был запланирован для выполнения самой главной задачи, которая сегодня стоит перед нами, это обеспечение безопасности работы на наших шахтах. Спуском этой установки мы надеемся, что безопасность на наших шахтах будет повышена. Кроме того, за время пробной эксплуатации данная установка доказала свою экономическую и экологическую состоятельность. Проект начал разрабатываться в 2010 году. С момента запуска установка работает стабильно и вырабатывает проектные 1,4 мегаватта электроэнергии, которая поступает на групповую подстанцию этой шахты. Такого количества электроэнергии достаточно, чтобы покрыть до 20% от общей ее потребности, говорит заместитель главного инженера, пояснивший технологическую схему производства. Вот на сегодняшний день в тестовом режиме мы выработали 4000 мегаватт-часов электроэнергии, что дало дополнительно доход шахте порядка 28 миллионов тенге. То есть газогенераторная установка должна покрывать расходы в электроэнергии от 15 до 17% от той потребляемой в целом шахте. Но это, если так сказать проще, этой электроэнергии хватает на работу одного вентилятора главного проветривания и одного подъема. Стоит отметить, что основная часть работ выполнена непосредственно отечественными специалистами. Проектную часть осуществила алматинская компания. Она же поставила газогенератор на установку контейнерного типа. Общая стоимость проекта составляет около 300 миллионов тенге, реализация которого осуществляется за счет собственных средств. Мы в целом извлекаем газометана с одной лавы порядка 35 метров кубических в минуту. Станция потребляет 9 метров кубических. Оставшийся газ мы транспортируем по другому газопроводу на котельную. У нас в зимнее время работает два котла КВТС-10 на газе метане и три на угле. Ну а вот в настоящее время у нас один котел работает на газе метане и станция работает на газе метане. То есть она потребляет 560 кубов метана в час. Осуществление данного проекта стало серьезным прорывом в экономике области и будет способствовать усилению безопасности труда шахтеров. На этом позитивные перемены не ограничатся. В перспективе такие установки планируют использовать и на других шахтах угольного департамента. Анна Шалкарбек, Божан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Глава города Бауыржан Абдишев посетил ТЭЦ-3. Градоначальник ознакомился с планом подготовки теплоэнергоцентра к отопительному сезону. Далее было проведено совещание с руководящим составом о проделанной предстоящей работе. На реконструкцию всех ТЭЦ было выделено 6,5 миллиардов тенге. О том, куда и как используются средства, аким узнал лично из уст начальников ТЭЦ города, а также акимов районов. Кое-где требуется полная замена агрегатов, а где-то лишь частичный ремонт. На ТЭЦ-3 требуется тепловой ремонт по точной части, замена паропровода и монтаж новых насосов. На данный момент 90% работы выполнено. Еще раз я хочу подчеркнуть, что работа очень большая проводится, но самое главное, мы по срокам должны контролировать. Самый главный вопрос соблюдения графика и вопрос качества выполнения работы.
Боржан Авдишев сказал, что в скором времени посетит и ТЭЦ-1. Проблем в работе она не вызывает, но тем не менее проверка необходима. Также отчитались и акимы районов. Подготовка домов к отопительному сезону граждан продолжается по плану. Александр Крылов, Кайрат Рашитов, Первый Кравенинский. Информационно-пропагандистская группа, в состав которой входят сотрудники Департамента юстиции области, продолжает свою работу по разъяснению послания главы государства. Очередным пунктом назначения стал поселок Киевка Нуринского района. Жителям районного центра также рассказали о новшествах в сфере оказания юридических услуг и ответили на интересующие их вопросы. Продолжит Ирина Камышова. Информационно-пропагандистская группа продолжает свою поездку по районам нашей области. Представители Департамента юстиции области и Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью уже побывали в Бухаржиравском, Абайском и Каркаралинском районах. Группа по правовому всеобучу во главе заместителя начальника Департамента юстиции Нургуль Кинжибаевой направилась в Нуринский район, в поселок Киевка. Целью поездки населенный пункт, расположенный в 2,5 часах езды от областного центра, разъяснить 10 основных положений. Послания главы государства народу Казахстана. Одним из направлений послания является повышение качества государственных услуг. Сельчанам рассказали, как, не выходя из дома и всего за 15 минут, можно зарегистрировать любой вид документа с помощью сайта egov.kz. Для этого нужно иметь электронно-цифровую подпись. Но, к сожалению, если нет интернета и нет возможности воспользоваться этими услугами, то эффективность нововведений снижается. Именно поэтому в сельских округах ведется интенсивная работа по обеспечению граждан связью, в том числе выхода в глобальную паутину. Поэтому мы принимаем необходимые меры. Сегодня, значит, собственными силами мы во всех поселках через спутниковую линию выделили для этого необходимые средства. Предоставляем для всего населения, даже для отдаленных районов, регионов нашего района, предоставляем возможность выхода в интернет. В рамках визита в поселок Киевка состоялось консультирование граждан по правовым вопросам. Даны разъяснения норм действующего законодательства. Прием сельчан проводили начальники основных отделов, которые осуществляют функции, возложенные на органы юстиции. Гульнар Муканова работает в налоговом управлении. Сегодня она пришла выяснить некоторые аспекты по регистрации недвижимости налогоплательщиков. Я со своими вопросами подошла к специалистам, которые сегодня приехали. Им большое спасибо. Дали разъяснение. Я думаю, что мы из этого сделаем выводы, примем меры. И дополнительно у нас поступят налоги в бюджет наш район. В целом, как говорят жители поселка Киевка, полезное мероприятие прошло успешно. Сотрудники Департамента юстиции Карагандинской области рассказывают, что граждане сами заинтересованы в получении информации и повышении уровня правовой грамотности. Народ нуждается как бы в таких разъяснениях, и мы готовы это все оказать. В будущем планируется проведение такой работы по всей территории области. В ближайшее время это Сакарского региона, как уже сказали, Жанаркинского, Шетского, Актугайского, Ултауских районов. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Таракан в батоне. Такой неприятной неожиданностью был испорчен завтрак карагандинской семьи. На первый взгляд, свежее аппетитное хлебобулочное изделие, купленное в одном из супермаркетов города, оказалось сюрпризом. Разрезав булку, с немалым удивлением и даже ужасом, мать семейства обнаружила внутри батона небольшого таракана. Вы понимаете, очень неприятно. Прям, ну, нехорошо, знаете, и мурашки, и вообще просто неприятно. Для Гульнары Бахтеевой и ее родных обычный завтрак в кругу семьи обернулся полной потерей аппетита и неприятным осадком на душе. Сегодня утром, приготавливая бутерброды для маленького сынишки, женщина обнаружила в батоне неприятную добавку в виде насекомого. Я была весьма обескуражена тем, что я увидела в батоне нашего производителя ХМК. Мы берем только этот батон, ни у кого у другого мы батоны не берем. Это таракан, потому что здесь вот даже ножки видны. Видите? Вот. Я думаю, что это таракан. Тут же вместе со своей находкой женщина обратилась в санэпиднадзор Казбекбийского района. В заявлении Гульнара Бахтеева потребовала провести тщательную проверку цеха, где выпекаются хлебобулочные изделия.
числа. Действия наши какие будут для того, чтобы открыть неплановую проверку, для того, чтобы провести расследование касательно данной жалобы. Нами будут регистрированы данное заявление Гульнары Эклектесовны в органе правовой статистики, после чего, после регистрации, неплановая проверка будет проведена на данном объекте, это ХМК, да, вот здесь вот пишете производитель. И в ходе проверки нам уже картина даст, если жалоба будет подтверждаться, то будут приниматься меры административного воздействия. Вот только согласно закону о частном предпринимательстве, санэпиднадзор обязан уведомить предприятие о внеплановой проверке за сутки. А это значит, у производителя есть 24 часа, чтобы устранить все нарушения. Пока проверка не проведена, что-либо еще специалисты комментировать отказываются, рассказывая лишь о том, что такие случаи в их практике не редкость. К сожалению, карагандинцы, обнаружив в продуктах подобную начинку, дальше санэпидемстанции не ходят. В свою очередь Гульнара Бахтеева думает обратиться в суд. Думаю, что все-таки я напишу какую-то претензию, пусть даже это будет уроком для них, для производителей, чтобы они следили за процессом. Все-таки здесь у них есть технологи, у них есть контролеры, они муку просеивают в любом случае. Как тогда, если муку они просеяли, как туда попало вот это насекомое? Даже оно, если и прошло термическую обработку, просто сама по себе ситуация очень неприятная. Мы будем следить за развитием событий. О процессе с тараканом в батоне мы расскажем в следующих выпусках новостей. Ирина Камышева, Тулиген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. В Темиртау трехмесячный младенец задохнулся под подушкой. Несчастный случай произошел вчера около 9 часов утра, передает портал закон.кз со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренних дел Карагандинской области. Из-за халатности молодых мам иногда происходят непредвиденные обстоятельства. В городе Темиртау очередное чрезвычайное происшествие. Трехмесячный младенец лежал на кровати в спальной комнате. По словам 31-летней матери, она не заметила, как на спящего малыша упала подушка. Малыш задохнулся. Поэтому сейчас проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. К сожалению, на сегодняшний день в нашей области смерть детей по невнимательности взрослых случается довольно часто. Самое печальное то, что никакие высокопоставленные органы не в силах свести к нулю количество несчастных случаев с участием детей. Оно, к сожалению, имеет место, значит, с окон многоэтажного дома. Вы знаете, значит, ребенок упал, имел факт места, значит. А также вместе с родителями тоже малолетний ребенок спал и задохнулся. К сожалению, такие факты вот имели место. Пользуясь случаем, мы бы хотели обратиться к родителям, особенно летнее время, следили за малолетними детьми, которые, значит, без присмотра не оставили их. Мы продолжаем наш выпуск. В Караганде из хранилища одного из филиалов банков похищено 10 тысяч евро. По информации полиции, кража была совершена ориентировочно в период с 15 по 18 июня. Назвать точную дату в банке не могут. Из хранилища банка пропала сумка, в которой находились 10 тысяч евро. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению подозреваемых, сказали в пресс-службе ДВД области. Между тем, из неофициальных источников стало известно, что кража совершена из хранилища областного филиала акционерное общество «Цеснабанк», из которого в декабре прошлого года было похищено 5 миллионов тенге, 10 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Похитители до сих пор не найдены. Число дорожно-транспортных происшествий растет на глазах. В Карагандинской области в ДТП погибли девушка с ребенком, сообщает закон.кз со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области. Еще одно дорожно-транспортное происшествие в Карагандинской области. Стоит отметить, что это уже второй факт за текущий месяц. ДТП произошло 19 июня на окраине города Сатпаев Карагандинской области на автодороге Жезгазган-Сатпаев. 24-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовой автомашиной Volvo под управлением мужчины 68-го года рождения. В результате ДТП водитель автомашины Volkswagen и его пассажиры 24-летняя девушка и ее 3-летний ребенок от полученных травм скончались на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в городе Сатпаева, сейчас также проводится доследственная проверка. По результатам будет принято процессуальное решение, также назначены все необходимые экспертизы.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По словам сотрудников департамента, одной из причин таких происшествий является плохое состояние дорог. Также превышение скорости водителям играет немаловажную роль. Тем не менее, опять же, в основном дорожно-транспортные происшествия имеют место из-за несоблюдения элементарных правил дорожного движения, скоростного режима. Поэтому во избежание таких трагедий необходимо водителям соблюдать скоростной режим, правила дорожного движения. Ну, конечно же, дороги тоже оставляют желать быть лучше. Но, тем не менее, где лучшие дороги, опять же, водители не соблюдают скоростной режим, превышают скоростной режим, в результате чего, значит, происходят такие печальные истории. Мирамгуль Салкимбаева, Дмитрий Обрак, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Телекомпания «Останкино» наградила карагандинского композитора Людмилу Мельникову благодарственным письмом за сотрудничество с программой Елены Малышевой «Жить хорошо». Напомним, авторская песня Людмилы Мельниковой «Мамины глаза» прозвучала в праздничной программе о здоровье. Вот только автора композиции в передаче не указали. Авторская песня «Мамины глаза» карагандинского композитора Людмилы Мельниковой прозвучала в финале передачи «Жить здорово». Карагандинцы, услышав песню своей землячки в популярной российской передаче, сразу же сообщили ей об этом событии. Однако огорчило карагандинского композитора то, что в конце передачи не указали автора композиции. Как оказалось, прозвучавшая песня стала только началом творческого сотрудничества Людмилы Мельниковой и российских телезвезд. Недавно руководство телекомпании «Останкино» пригласили Людмилу Мельникову в Москву в качестве почетного гостя на концерт, посвященный Дню медицинского работника. Конечно же, мне было приятно, что меня посадили в первые ряды партера вместе со звездами и светилами медицины России и зарубежья. И что вот такой жест в мою сторону именно со стороны москвичей и Останкино. Во второй части концертной программы я получила благодарственное письмо от телестудии «Останкино» и от программы «Жить здорово». Людмила Мельникова поздравила врачей с профессиональным праздником, посвятив им свою песню. Казахстанской поэтессе и композитору предложено дальнейшее творческое сотрудничество. Елена Малышева предложила нашей землячке поучаствовать в одной из программ о здоровье. Ирина Камышова, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация и вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубол, здар.